Впереди река Санья и мост через речку, а справа от меня огромный супермаркет. Сейчас мы посмотрим его название. Ну вот, Джинрум Сайн. На последнем этаже находится отдел, где продают продукты. А внизу находится парфюмерия, косметика, бижутерия. На предпоследнем этаже игровой зал. Очень интересный. Там молодежь собирается танцевать, там различные игры. Да, зал очень огромный, во все стороны. И вглубь тянутся игровые автоматы. Я поднялась на третий этаж этого торгового центра, и впереди находится игровая комната. Сейчас я пройду в этот зал. Вот эта пушка, огромнейшая пушка, которая бьет по целям. Сейчас просто 9 вечера, обычно здесь много народа. А вот это танцевальная площадка. Вот на эту площадку яркую. Молодежь любит здесь танцевать, выбирает себе нужную мелодию, танец, который они хотели бы разучить.